Осталась одна пара. Наши россияне, московский дуэт Анжелика Крылова, Владимир Федоров, который после обязательных танцев, вальса и блюза занимает 6-е место среди 21 дуэта. И вновь румба. Красивая очень пара. Да, красивая. Овальная девочка. И вы знаете, мне еще Володя Федоров нравится. Вот чем, во-первых, он такой крупный ведь парень. 1,85 м рост. А легкий очень. Вот, Елена Анатольевна, я не знаю, вопрос, может быть, немного коварный. Вот вы сами прекрасные были фигуристкой в одиночном катании, чемпионкой страны были. Затем, когда вы стали тренером, вы поначалу все-таки больше отдавали спортивным танцам. У вас затем были прекрасные ученики в мужском одиночном катании. Ну, достаточно вспомнить Володю Котина и Володю Ковалева, чемпиона мира. Все-таки какому виду вы вот фигурном катании отдаете вы вот лично предпочтение? Ну, я начинала с пар. У меня же призеры были чемпионаты мира в парном катании. Знаете, все-таки мужскому одиночному катанию. Потому что я говорю, что это самый сложный вид нашего спорта. Хотя танцы просто, ну, это моя душа, наверное. Это моя жизнь, поэтому я ими занимаюсь и очень люблю их. Но если говорить о высокой тренерской работе, то это, конечно, мужской одиночный катание. Оценки ровные, как вы видите. Но в то же время, Елена Анатольевна, если говорить о достижениях тренерских, у вас 2 пары олимпийские чемпионы танцевальные. Да, да. Ну, правда, Володя Ковалев, был чемпионом мира, но все-таки олимпийские медали – это ценой выше. Да, это здесь мои результаты были выше. Но я говорю, что мужское одиночное катание – это мечта каждого тренера – иметь чемпиона в мужском одиночном катании. Я очень поздравляю Алексея Мишина, потому что это действительно выдающийся результат. И он, кстати, говорил тоже об этом, когда мы с ним разговаривали, что он ценит вот одиночное катание. Ну что ж, оценки.